Ну вот, значит, ехал я тут по дороге, хотел заехать на автобан, и потом смотрю, там вот, между прочим, там вот заезд на автобан, и сюда пошел. Так, и смотрю, тут, значит, продается овощи, тыква. Но эта тыква, она, не знаю, она, по-моему, несъедобная, она, наверное, кормовая. А вот которая съедобная, она вот здесь вот только одна вот оказалась, и то она уже гнилая с той стороны. Так что я, наверное, тыкву брать не буду. Зато здесь можно самому срезать гладиолусы. Вот, стоит 50 копеек. Гладиолус. Так, что тут еще, значит? А, да, вот здесь вот еще растут у нас георгины. Вот такие вот называются. Георгин тоже стоит 50 копеек. И, значит, что? Я 3 штуки срезал, значит, 3 полтинника бросим сюда. Вот, 50 копеек. Раз. 50 копеек. Два. Еще раз. 50 копеек. Три. А, о, здесь же даже ножик лежит. Это же просто слов нет. А у меня ножа с собой не было. Кто бы мог подумать, пожалуйста. Такой ножик, кстати, 1 евро стоит. Ну и вот. Значит, 3 цветочка срезал. 1,50 € заплатил. Ну и вот мои цветочки лежат. Вот такие вот красненькие георгинчики. 0,5 метра длиной. Этот вот еще не распустился. Самое главное их сейчас до дома довести, чтобы с ними ничего не случилось. В машине, между прочим, жарко, солнце светит, в машине жара. Кто-то цветочек обломил и бросил. Но, к сожалению, вандализм, он везде присутствует. Ну, а на Западе-то это, конечно, быть иначе быть не может. Так, что тут у нас еще есть, имеются подсолнухи. Тоже, между прочим, это тут они как цветы растут. Стоит такой подсолнух 50 центов, если кому-то интересно. Сегодня, кстати, у нас какое число? Сегодня у нас 21 октября, кажется, 22 года. Здесь вот, между прочим, тоже касса стоит. Ну и вот то, что нам написано. Тут тюльпаны, георгины, подсолнухи, гладиолусы и лилии. Самые дорогие 1 евро. Ну ладно, вот за 1,50 € отхватил. Конец.